Раз, два, и три, и четыре. О, все, по-моему, алмазы выросли, да? Всем привет, с вами Минеральный, и сегодня мы находимся в необычном мире. А необычный он тем, что в этом мире мы сможем выращивать алмазы. Это же просто мечта какая-то. А самое что крутое, что семена алмазов просто можно найти в обычном мире. Они могут лежать под деревом, под этим или под этим. Короче, вообще где-то под ногами в шаговой доступности. Ну и перед тем, как начать, советую вам подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. На 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 на все колокольчики, которые увидите на этом канале. Ну а мы начинаем. Ну и как обычно, для начала мы добываем дерево. Ведь чтобы скрафтить алмазные инструменты, нам понадобится в первую очередь верстак. Без него вообще никуда. А верстак делается из дерева, если вы забыли. А может быть, не забыли. Ну а я вам напомню. Поэтому мы делаем верстак, ставим, делаем палки, делаем инструменты. Да, из дерева. Пусть будут из дерева. Ну и давайте начнем искать алмазы. Они... А, вот они. Я как и говорил, они в шаговой доступности находятся. Я так понимаю, можно их добывать сразу, и у нас появляются семена алмазов. Давайте их поищем еще побольше. Допустим, вот этот. О, еще вот этот. А, вон там еще вижу один. Оказывается, их вообще очень много в этом мире. Это вообще козырно. Кстати, что он не добывается? Эй, капризный какой-то. Ну, ё-моё, семена, вы чё? А, нет, что? Они сломали все текстуры. Семена сломали текстуры. Вы чё, меня обманываете, что ли? А, вот так. Что-то мне так стыдно, что семена меня обманули. Тем более семена алмазов. Ладно, забьем на эти семена, нам нужны какие-нибудь другие, видимо. А на этой их полянке должно быть много, поскольку там уже находилось целых три. Потому что целых три у нас есть. И, кстати, самое что интересное, не сильно часто они попадаются, но нам хватит, я думаю. Ага, вижу еще один. Что? Меня и эти семена обманывают? Что вообще? Я не понимаю. 50 на 50 просто работает. Иногда добываю, иногда не добываю. Убью овечек, пожалуй. Почему бы нет? Могу себе позволить. Правда, одну белую, одну черную и серую. Вы что, издеваетесь? Почему вы все втроем разных цветов? Хотя вот нам вот есть нормальные цветов. И это меня, в принципе, устраивает. Так, еще семена. Но, опять же, не стоит забывать, что нам нужно очень много костной муки. И эта задача не из простых. Нам придется дождаться ночи. Так что я зря, наверное, овечек убиваю. Поэтому убью свиней. И овечек. Ну, вдруг я захочу все-таки поспать после трудного рабочего дня, пока я буду убивать зомбей, там, скелетов и тому подобное. Ага. Как вы думаете, маленькая чики-бомбони нам дает мясо или нет? Давайте посмотрим. Да, держись, маленькая чики-бомбони с большой головой. Да что такое-то? Она как хорошо в траве скрывается. Я все равно тебя убью. Нет, она ничего не дает. Просто она еще не выросла. Все понятно. Так, ищем, где у нас еще алмазы. Так-то у нас уже есть 7 семян. Это, в принципе, неплохо для начала. Но я бы хотел побольше. Ага, вижу еще вот там. Кстати, их уже кто-то выкопал за меня. И это странно. Еще добыл. О, коричневая овечка. Ничего себе, давно таких не видел. Ладно, живи. Видимо, это какая-то шахтерская овечка. Она сильно очень много работала. Копалась в грязи и тому подобное. Копала шахты, видимо, в этом Майнкрафте. Ого, и тут сразу семена алмазов. Отлично. У нас их уже 10 штук. Думаю, для начала нам этого хватит. О, это что, грядочка, что ли? А, там деревня, ё-моё. Я тут возле деревни, оказывается, пляшу и не вижу ее совершенно. А тут у нас, оказывается, сразу все готово. И мы можем сразу все посадить, наверное, да? Сразу это все выкопаем и посадим наши алмазные семена. Замечательно. Это все нам не нужно. Это все уходи, уходите все эти ненужные семена бесполезные. А вот эти приходите. Вообще балдеж, вообще очень круто. Правда, сколько они будут расти, совершенно не знаю. А пока давайте пойдем и сходим, залутаем нашу деревню. Ну, вернее, не нашу, но кому какая разница. Кстати, тут еще семена. Все халявные семена добуду, ведь они халявные. Странно, кстати, что жители не выращивают алмазные семена. Они могли быть такими богатыми, что ты вообще не представляешь. Знаете что? Мне вообще совершенно, по-моему, не повезло, потому что эта деревня абсолютно пустая. В ней просто ничего нет. Вообще ничегошеньки. Я вот, смотрите, открываю, и тут просто листы бумаги лежат. И так вообще во всех домах. Кстати, тут можно было поближе посадить, поэтому я возьму и поближе посажу. Или не посажу. Я еще не решил. Так, 3 изумруда. Отлично. Так, вы чем-нибудь торгуете? Ну-ка, подскажите мне, пожалуйста, кожаными штанами крашенными. Да. Но поскольку у меня уже скоро будет алмазная броня, думаю, это в некотором роде бесполезно получается. Боже, в этой деревне вообще абсолютно ничего нету. Как мне повезло. Не повезло. День-день. День-день. Ага, балдеж. Давайте все эти семена выкопаем и посадим новые усовершенствованные крутые семена. Давайте, растите. Я на вас очень надеюсь. Можно даже еще прогуляться, добыть их. Ну, а когда настанет
настанет ночь, мы добудем кучу-кучу костной муки. Ну, вернее, сначала костей, а потом уже муки. Думаю, вы и сами знаете. А пока прогуляюсь по этой прекрасной полянке, поищу семена. Плохо, конечно, что они сами не растут. Ну, типа на полянках прямо. Это, конечно, печально. Но в целом, думаю, мы выкрутимся из этой ситуации. Так, посмотрим, как наши семена тут здесь растут. Тут здесь кек. У меня Е выражаться, конечно. Они особо никак не растут. Они вообще не созрели. Так, это вообще не очень. Поскольку у нас так все плохо в этой деревне, я решил сделать каменные инструменты. Ну, типа, бить скелетов деревянными инструментами у нас не особо получится. Да и не особо хочется. Так, я думаю, жители не обидятся, если я посажу еще здесь парочку семян. Правда, я их потом себе заберу, и это им будет не очень выгодно, потому что у них не росла здесь свекла, не росла морковь, вообще ничего не росло. А росли мои алмазы. Ого, вижу, там на горе целый дом стоит. Но нам до этого особо дела нету. Мы поставим в моем домике верстак. Это мой домик, кстати, да-да, уходи, уходи, это мой домик теперь. Скрафтим печь и сделаем себе все каменные инструменты и пойдем дальше. Куда пойдем, конечно, не знаю, потому что я еще не приготовил себе свинину, которую добывал так много времени. Так, кожаные штаны вы до сих пор продаете. Ну, думаю, изумруды мы все равно не потратим за это все время, поэтому стоит купить кожаные штаны. Почему бы и нет, в принципе? Защита от скелетов нам все же нужна. Тем более, они мне супер-мега идут. Странная, конечно, генерация, как вон тот дом оказался именно там. Но мы туда все-таки заберемся. Так, чисто из вредности. Чтобы просто забраться туда. А знаете, забирался я сюда просто так. Да, не повезло. Ну что же, смотрим свысока, откуда здесь у нас появились скелеты. И пойдем, наверное, атаковать скелетов. Какой у нас еще есть выбор? А хотя выбор есть. Мы можем переждать все это время. Вернее, сейчас поспать. И просто пойти и посмотреть, где сгорели скелеты и что с них выпало. Идея, по-моему, отличная. Но я вижу только нисколько скелетов. Ага, вот там только внизу. Это не очень хорошо. То есть будет не очень много костей. Блин, уже тут пауки, уже тут все подряд. Так что я пойду, наверное, все-таки. Моя стратегия, по крайней мере, должна сработать. А здесь нету кровати. Я накосячил, по-моему, со своей логикой. Она у меня нелогичная. Придется идти в деревню обратно. Так, сразу залетаем в первый домик. И здесь опять нету кровати. Это что такое-то, а? Беспредел какой-то. Криперы, офигеть. О, давайте добудем хотя бы одну косточку. Это будет отлично. Окей, добыли что-то. Ё-моё, сколько криперов. Не-н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 е. Паук, пожалуйста, уходи, уходи. Ты мне не нужен. И здесь где-то был домик. Вот здесь вот. Это мой самый тот самый крутой домик. И здесь два жителя живут. Вообще, это не мой дом. Не хотите отсюда уйти? Нет, не хотите? Ну ладно, я вас сам удалю из моего дома. Не особо-то я вам был и рад. Так, везде кто-то горит. Отлично. Надеюсь, все скелеты тоже горят. Но только зомби я вижу. А, вон вижу скелет. Отлично. Ё-моё, маленький зомби. Там скелет. Да, на этой полянке я просто прогуляюсь потом. Но как от криперов-то вообще остерегаться? Я даже не знаю. И пауки тоже не очень хотят умирать. Досадно. Так, наши алмазы до сих пор не выросли. О, зато у нас есть косточка. Целых 3 косточки. А это у нас 9 костной муки. И это достаточно неплохо. Давайте попробуем первый раз вырастить эти алмазы. Сколько, интересно, муки понадобится, чтобы вырастить один кустик? Давайте, 1, 2, 3. И 4. О, все, по-моему, алмазы выросли, да? Смотрите, смотрите, они уже целенькие, крутые алмазы. Давайте-ка их добудем. И действительно, нам выпало целых 4 алмаза. Жесть! И помимо этого, еще 3 семена выпало. Это отличный бизнес, я считаю. Поэтому мы посадим остальные семена. Оба-на, все замечательно. Смотрите, какая у нас грядочка. Потом, вот здесь вот немножко взошли наши алмазы, как бы это абсурдно не звучало. И их тоже вырастим, пожалуй. Отлично! Алмазы наши готовы. Уже 8 алмазов. Жесть! Мы вообще так бы разбогатеем очень быстро. Тем временем я предлагаю прогуляться до тех алмазов, которые были изначально на той грядочке, которую мы первую засаживали. Я думаю, они все уже выросли. А нет, не все. Ну вот там я вижу, они уже готовы. Балдеж, балдеж. И нам, в принципе, не особо-то нужна костная мука, оказывается. Поэтому мы добываем алмазы. Их уже у меня 12 штук. Ну а семена мы посадим возле нашего дома. Звучит как бизнес-план на всю дальнейшую жизнь. Черт возьми, я выращиваю алмазы, но даже мотыгу так ни разу не скрафтил. Вот это, конечно, я даю. Так, давайте прогуляемся по полянке. Может быть, здесь где-то еще умирали скелеты. Ну, я очень надеюсь, по крайней мере, на это. Ой, я совсем забыл, что у меня в инвентаре уже лежит 2 костные муки. Ну-ка, давайте используем вот на этих вот алмазах. Вернее, а, вот там вот они особо хорошо выросли уже. Оп, и все, они здесь тоже готовы. Этим мы тоже добываем. И еще одна костная мука. Так, на какие же алмазы пойдет? Давайте вот на эти. Все, они выросли? Да, они выросли. Отлично, и эти тоже добываем. У нас уже целых 20 алмазов. Жестко. Но тем временем никаких косточек я не могу найти на этих всех полянках. Неужели все кости съели хаски в каске? Хотя я ни одного поблизости даже не видел. Моя теория
теория не работает. Она совсем не сходится. Как так? Как так? Я видел кучу скелетов просто на этой поляне. А их было так много, что могло выпасть кучу костей. Опа, чё, я нашел одно яичко. А знаете, что это значит? Это значит, что мы сейчас будем играть в лотерею на лайк. То есть, если из яичка вылупляется цыпленок, то вы ставите лайк. Ну, если нет, то нет. И взрываем яйцо, и никто не попадает. Ё-моё, вы опять не поставили лайк. Ну, капец. Что ж, ладно, придется нам, видимо, жить без костной муки. Хотя мои алмазы растут и так, в принципе, неплохо. Вот здесь вот, допустим, уже выросли. Я их добуду и пойду к себе в дом. Начинать крафтить все, что можно вообще крафтить из алмазов. А, ну да, и, кстати, у меня куча семян, поэтому посажу кучу семян. Тудым-сюдым, 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 дым-бым, пам-бам, пум-бум, чим-пам, пам-пум, пим-пам. Выглядит неплохо, на самом деле. И достаточно перспективно. Жалко, конечно, что жители не покупают алмазы. Им нужны почему-то только изумруды. Ничего не понимаю в их философии. Тем временем крафтим меч. Чё, ты недоволен то, что я скрафтил меч? Ага-ага, вот так вот уходи отсюда. Недовольный еще нашелся. Так, тем временем я скрафтил все алмазные инструменты. Вообще абсолютно все. Включая алмазную мотыгу. А тем временем уже настала ночь. Думаю, стоит намутить себе еще броню и можно идти мочить скелетов. Нам хватило только на алмазный нагрудник и алмазные ботинки. Ну, думаю, этого нам хватит. Поэтому пойдем искать всех скелетов, которых мы только видим и найдем. Ну, давайте, где вы, скелет, там находитесь? Вот здесь я увижу вас всех. Вот там вот вижу один ходит, но в то же время очень много других неприятных личностей здесь тоже находятся. И вот они идут ко мне. Да, тут я скорее больше неприятностей найду, чем каких-нибудь скелетов. Хотя я вообще не понимаю, почему скелеты именно с луками. Хочу скелетов без луков. Они гораздо удобнее были бы. Да ё-моё, там вообще тусовка криперов, вы посмотрите. Чё они там делают? У них дискотека, что ли? Я музыки, по крайней мере, не слышу. Это странно. Блин, ко мне идут только зомби, ну не скелеты. Ну вы чё, издеваетесь, что ли? Ну-ка, давайте уходите отсюда. Я вообще не понимаю, что, почему вы агритесь все на меня. Я говорю, ты уйди, короче, и приведи мне скелетов. Да блин! Здесь еще сзади подошел крипер. Хорошо, что у меня была броня, а то так я давно умер. Так, зомби, да, опять пошел вон. Так, не хочу в ту степь идти. Я даже не знаю, может стоит действительно поспать и просто дождаться, пока все вырастет. Это не так уж и сложно, на самом деле, оказалось, потому что у меня достаточно много алмазов уже растет. И скоро они все будут готовы. Так же, как и крипер. Ты готов? Ты готов? Ты готов? Он не готов. Так, теперь у меня есть порох. Но мне не нужен порох, мне нужны кости. Прощай, свинюха. Знаете, я сделал вывод, то, что мне, видимо, не добраться до всех этих скелетов, потому что на меня почему-то агрятся все зомби. Причем на огромном расстоянии. Они просто идут ко мне. И они мне на самом деле уже надоели. Поэтому, знаете что, я пошел спать. А алмазы и сами вырастут. Ого, я проснулся и смотрю, там куча скелетов стоит. Но почему они не горят? Ага, там дерево. Вот дерево, подстава вообще какое-то от тебя, конечно. Давайте их выманим, что ли. И у нас будет куча костной муки. А, их там всего две штуки. Я-то думал, их, короче, там побольше. А вот там еще кого-то я видел. Где-то там. Ага, иди сюда тоже. А почему они не горят? Эй, почему они не горят? Так, вот там вот сгорел. Вижу, вижу, класс. А ты тоже иди сюда, гори. Эй, ты чё меня стреляешь? Я говорю, просто возьми и гори. Отлично, он умер. И вот там еще есть скелет. Как хорошо, что они здесь заспавнились. Так, давай, иди сюда, ты скоро сгоришь. Конечно, ты не очень разумный, братан. Ну и вообще, в целом, я, наверное, думаю, я сам тебя убью. А то мало ли ты куда-нибудь еще смотаешься со своими костями. Это будет вообще не тема. Так, три косточки. И это у нас получается 9 костной муки. Давайте посмотрим, какие алмазы у нас выросли. А у нас выросли вот эти, добываем их. Вот эти готовы. Вот там вот тоже готовы. Как бы их подобрать? Давай, подобрались. Вот здесь почти готовы. Давайте их тоже забустим. И эти тоже забустим. Тоже хорошо. Вообще все отлично. Просто превосходно. Здесь они почти готовы. Вот там вот точно готовы. Вот эти мы забустим. И они тоже вырастут. И вот эти прямо возле дома. Очень круто и классно. А, я совсем еще забыл про ту дальнюю грядочку. Давайте ее тоже сходим посмотрим. Здесь выросло еще не все. Ну, давайте поможем тому, что у нас здесь растет, чтобы больше не ходить на эту грядочку. Правда, все не хватило. Ну и ладно. И у нас уже 53 алмаза. Что? Просто жесть. Мне еще на следующее видео, по-моему, хватит. Ну и давайте скрафтим всего, чего нам не хватает. А это штанишек алмазных и шлема. Теперь я полностью экипирован и готов к новым свершениям. Что-то я как ниндзя сделал, но я ведь не ниндзя. 2 часа спустя. Отличненько, теперь мы попали в энд, и давайте убьем дракона. У меня уже есть лук, поэтому, возможно, у нас получится выбить кристаллы, а возможно, не получится. 1, 2,
Третий. Четвертый, я сказал. Нет, блин, да что такое? Я в дракон попал, а в кристалл не попал. Четвертый. Да что такое-то? Ну что, это проклятие какое-то, что ли? Четвертый. О, ничего себе, это был пятый. Я думал, я не попаду вообще. Шестой. Седьмой. И восьмой, жесть, все попал. И давай теперь убивать дракона. Настало это время. Да, сладкая месть, хотя он мне ничего не сделал на самом деле. А, еще один девятый остался, ё-моё, как я пропустил-то. Так, знаете, такая фигня, то, что я, короче, психанул уже и хочу просто забраться туда, то мне что-то надоело. Пум-пурум-пурум-пум-пум, сейчас дракона мы убьем. Сейчас он подлетит и все, и тогда будет хорошо. Поэтому мы стреляем с него с лука, и поэтому он очень быстро умирает. Нет, не умирает. Умирает, конечно, поэтому мы его бьем мечом. Нет, не бьем мечом, я не могу по нему попасть. Ё-моё, эй, эй, ты чё какой-то недосягаемый дракон? Я не могу по нему попасть, да что такое-то? Алло, ты чё такой высокий, что ли? Или чё, ты пониже, может, приземлишься куда-нибудь? Ну что такое-то, не могу точку найти никакую. Вы только посмотрите, ты чё, обнаглевшая морда? Ё-моё, и он еще кусается. Вы только посмотрите, ну давай иди сюда, наглевшая морда. Я таких наглых еще не видел. Иди сюда, по-моему, слушайте, дракон у нас тоже сломан здесь. А, нет, хотя я попадаю. Просто он почему-то не высвечивается красным. Это очень странно. Ну да ладно. Мы его все равно бьем. Потихонечку, помаленечку, и он улетел. Сейчас мы покушаем и продолжим в него стрелять. Так, тихо, ты тут это, не командуй. Я знаю, что я делаю. А я делаю то, что я делаю. Я убиваю тебя. Поэтому жить тебе осталось совсем немножко. Блин, он опять улетел. Но половина жизни у него почти уже готова. И это вообще замечательная новость. Поэтому потихоньку буду стрелять в него с лука и убивать эндерменов, на которых я зачем-то иногда смотрю. Так, дракончик опять приземляется, мы его бьем, лупим и просто уничтожаем вообще, как будто он нам совершенно не нужен. Так, осталось совершенно немного, надеюсь, он не улетит, и мы его победим прямо вот здесь, прямо вот сейчас, прямо вот-вот-вот, сейчас еще немножечко, и все, отлично, дракон у нас умер. Замечательно, посмотрите, как он сияет от гордости за то, что я его убил. Да и я, в принципе, наверное, тоже сияю, но я на себя не буду смотреть, я буду смотреть, как падает этот прекрасный опыт, который мы так долго зарабатывали. И все, наше выражение выращивание алмазов того стоило. Ну и всем спасибо за просмотр. С вами, как обычно, был Минеральный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Ну, если у вас есть какие-то мысли по поводу моей алмазной брони. И всем пока. Вот, блин, у меня 41 алмаз остался. Я не знаю, что с ним делать. Эй, пацаны, может, надо кому-нибудь алмаз? Тебе надо алмаз? Ну, погоди. Я тебе отдам алмаз. Держи, 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 держи. Всем-всем по алмазу. Всем, только не бейте. Всем по алмазу. Всем отдам, раздам. Нет, вы не хотите алмазов? Да ё-моё, чё вы вообще хотите? Ладно, я все, я пошел от вас. Всем пока.